Всем привет! Сегодня мы будем распаковывать с вами новую микрофибру, универсальную от Автозорго. Мы будем пробовать сегодня ее в розовом цвете. Давайте посмотрим, какая она. Итак, мы распаковываем. Достаем. Вот наша микрофибра. Она очень мягкая. Посмотрите, какой у нее красивый ровный ворс. Вот такая вот она большая. Вот, посмотрите на крой. Это не... Как эта штука называется? Потом вырежем, да? Короче. Это лазерная резка. Вот, посмотрите на шов. Она двухсторонняя. Здесь нет никаких ниточек. Сыпаться ничего не будет. Вот, видите? Ничего не остается. Так как она у нас такая большая, мы можем ее разрезать на 4 и применять в различных сферах. Итак, давайте приступим. Там режется. Ножницы для резки микрофибры. Компания Автозорго. Это все не будет. Ворсаки. Постирайте, уже придет. Я же говорю, ворс будет лазерное, это самое будет только с двух сторон. С остальным еще с двух будет сыпаться. Покупайте лазер от компании Автозорго и режьте в домашних условиях. Нет, дополнительная услуга. Маркетологи. Маркетологи от Бога. Она просто... Не, ну может, если она постирается? Ты бесконечно. Неси швабру. Это маленькая идея провалилась. Не, ну сейчас посмотрим, может, нормально будет. Тихо, не рви. Надо не шваброй, а этим. Ух ты. Так, только давай не на камеру. Подожди. Просто сейчас нужно будет снять видео, что типа вот теперь у нас... Все хорошо. Что типа вот, смотрите, у нас 4 кусочка. Обалдеть, спрашивай, почему я не доверяю рекламе. После жвачки парень сказала, прошел, да? Я нормально сказала, прошел, что мясо что. Смотрите, надо будет все равно обрезать. Ну, я же говорю, так надо бы отрезать немножко. Нормально, ты соблюдала вот эти все паузы. Так, вот это надо все. Нет, этого не видно. Не видно. Сейчас, подожди, сейчас она сольется, и я тогда скажу, что типа вот у нас получилось 4